всей души искренне поздравляю вас с наступающим 2021 годом. 2020 год выдался нам очень тяжелым, и на долю каждого из нас выпали тяжелые испытания, да, скажем так. Многие из нас прошли эти испытания достойно. Я хочу пожелать вам искренне от всей души, чтобы в 2021 году все ваши мечты, желания исполнились. Ну и самое главное, мне кажется, мечта и желание каждого из нас, это чтобы Сергей Иванович был дома, был рядом с нами, с нашей большой, уже такой образовавшейся, огромной просто семьей. Поэтому Сергей Иванович член нашей семьи, я думаю, что он нас всех объединил. Я думаю, что мы в 2021 году все-таки сможем его лицезреть воочию. Все, берегите себя, берегите своих близких. Удачи вам. Спасибо. Тарахтит, ну шепчет двигатель.